тяжело говорить, тяжело собраться с мыслью. Страна теряет патриотов. Этот человек еще многое мог сделать для нашей великой страны. Но сын у меня немножко работал у него в ресторане. Сейчас он просто на мобилизации, сын. Хорошо, что он вот в таком месте, где не надо идти в атаку. А может быть, не было бы таких, как у Пригожина, и ему бы пришлось идти в атаку. И это было бы намного опаснее. Я его уважала и ценила вообще его дело, и отношения, компанию любила эту, которая очень ответственно относилась к работе, понимаете? И прекрасное вот наше направление, его направление, это благодарны ему за это. Мое мнение, что Евгений показал, что то есть, профессиональные войска, то есть вот, с хорошим командиром могут как вот, взять любые высоты. Хотелось бы, чтобы это были технические неисправности. И террасов нам и так хватает. За то, что он делает все, чтобы мы вернули нашу культуру, нашу страну, сделали сильной. Пригожин – это просто человек. Да, это хороший человек, но компания ЧВК «Вагнер» не развалится в связи с его гибелью. Насколько мне известно, в «Вагнер» всегда смотрели в первую очередь не на как бы, какой-то идол, а на умение человека, поэтому, несмотря на гибель, что Евгения Викторовича Пригожина, что Дмитрия Уткина, я думаю, Вагнер найдется человек, и не один, который сможет возглавить компанию.